Вы готовы, дети? Да, капитан! Всем привет, дорогие зрители, с вами Алманизм, и я сегодня расскажу о новом моде, который добавляет в Майнкрафт кучу новой брони. Брони какой? Первое, то, что мы рассмотрим, это будет магические ботинки. Магические ботинки крафтятся при помощи... Делается сначала вот так. Ставим в левый верхний угол ведро воды, в правый верхний угол ведро лавы, посередине красную пыль, снежок и землю. Получается у нас Magic Substance. Дальше мы делаем из этих Magic Substance, получается, ботинки. Ну, ботинки крафтить вы умеете, так что я вам больше ничего не скажу. Так, дальше. Ихние свойства, то есть свойства этих ботинок, то, что теперь можно, когда вы ходите по булыжнику, он превращается в камень. Это очень хорошо и это очень весело. Ах, когда вы ходите по лаве, получается у нас обсидиан, когда ходите по воде, получается лед. А когда, вот сейчас я покажу, а когда ходите по земле, которой нет травы, появляется трава, то есть вырастает моментально. Из-за этого они так названы, магические боты. Вообще офигительный мод, но немного читерский, потому что камень надо переплавлять, чтобы ставить. А вы просто построите вот такой булыжниковый фундамент и просто походите по нем. И все. Дальше, сейчас я покажу, что будет с лавой, даже если она растекется. Потому что когда рассекшая лава не превращается в обсидиан, она превращается в булыжник, но все-таки этот мод делает это. А вот этот кусок лавы, который должен был один превратиться в обсидиан, а превратился он только, блин, зафейлился, превратился он только один. Вот, я разлил, превратил лед, разлил, вот, и получается у нас лед из воды, да. Давайте удалим все. Следующие у нас ботинки идут. Я не знаю, что они делают, но они крафтятся из песка душ. Зачем они? Они вообще какие-то тормозящие ботинки. Давайте я в них похожу, потому что, чтобы не интриговать вас, я сразу расскажу о них. И давайте-ка одену эти ботинки и походим мы в них. Ходим мы в них медленно, как будто ходим по говну. Извините, по песку душ. Так. И поэтому не знаю, к чем они. Дальше у нас идет Fire Chest Plate, то есть огненный нагрудник. Plate называется, ну, наверное, не знаю, наверное, так и называется Plate. Давайте-ка заспавним любую какую-нибудь живность, то есть моба какой-нибудь, заспавним свинью. Просто пойдем на свинью, блин, вот она не горит, я просто рядом прошелся, и она загорелась, и у вас есть мясо, жареное мясо, потому что этот мод делает это все легче и легче, а это будет несерьезно. Чтобы поприкалываться, можно скачать этот мод, а так это будет несерьезно. Но вот эта вещь добавляет в игру Майнкрафт то, что теперь можно будет плавать под водой. Под водой можно плавать бесконечно, и пока не сломается этот шлем. Он крафтится при помощи 7 железа и 1 стекла. Ну и это дайвинг-шлем. Дайвинг-шлем удаляем всего. Не буду его показывать, потому что уже понятно, дайвинг это под водой находиться, это хобби, под водой находиться. В следующем у нас идут штаны, скоростные штаны, крафтятся при помощи они 5 железа, 2 пер, короче. Так они крафтятся. Давайте посмотрим на их скорость. Достаточно быстро бегают, вообще грамотно, потому что бегать, побегать, убегать. Ну, в квантовых тоже так же, в общем, вроде бы. Следующее у нас идет плащ. Плащ крафтится при помощи 7 кож, так дешево, и 2 пер, потому что перы добыть легко, а кожи тем более, то есть наоборот. И давайте-ка возьмем этот плащ. Плащ возьмем и положим вот сюда. Вот, мы спрыгнем отсюда без гейм-мода. Гейм-мод убираем, сейчас я пишу гейм-мода 0. И прыгаем. И теперь мы можем падать, но не ломая ноги. Это очень хорошо, а звук был, как будто мы ломаем ноги, и это очень плохо. Давайте удалим этот плащ, потому что он нам не нужен. Так, удаляйся. Все. И давайте-ка возьмем следующую вещь под названием коньки. Коньки делаются при помощи 2 кож и 2 железных слитков. Ну, вообще-то по приколу было, если бы слитки с кожей смешать, будут коньки. Это вообще прикольно. Давайте-ка возьмем эти коньки. Вот они лежат, выглядят они не очень красиво. И на ногах тоже.
Ну, с этими коньками просто вы на земле, вот, например, вот так же бегаете. По льду. По льду вы бегаете медленно. А когда наденете коньки, будете по льду вот так бегать, как на земле бегали, а на земле так, как по льду. Короче, я вас запутал. И давайте когда перейдем к другому рецепту. Этот рецепт называется временный шлем. Не временный. Так. Он не временно у вас будет, но он меняет время. То есть Times шлем. Сейчас я его найду. Вот он у меня лежит здесь. И давайте-ка оденем его и посмотрим, что он делает. Так. Одеваем и смотрим на солнце. Вот солнце у нас скочит, как будто ее кто-то там щекочет. Давайте-ка подождем. Ну, в принципе, этот шлем делается вот так. Я его сюда запихал, этот рецепт, не знаю почему. Крафтится при помощи 5 железных слитков и часы. Часы, наверное, вы знаете, как скрафтить, потому что это в оригинале Майнкрафте они есть. Так, следующий у нас идет нагрудник, который стреляет стрелами, когда вы подходите, то есть мобы, враждебные мобы, когда возле вас. Он стреляет автоматическими стрелами, но не так уж быстро. Не хочу я сейчас показывать, потому что... Ну, давайте я покажу. Кстати, я вообще не показывал. Давайте покажу, что я. Что, не показатель, что ли? Гейм мод 0. Так. Теперь ставим мирную, легкую, нормальную. И ищем слаймов, которые сейчас заспавнится. Мы их поубиваем этим нагрудником. Будем херачить их до последнего момента. Но слаймов здесь нет. Я возьму себе яйцо одно. Зомбирское. Нет, крипера. Возьмем яйцо и отключаем. И вызываем крипера, но почему-то не стреляет. Да. Ну, вообще-то он должен... А, наверное, стрел нет, что-то я затупил. Сейчас я возьму стрелы и посмотрим, что будет у нас и что произойдет. Давайте-ка возьмем стрелы и давайте возьмем криперов. Стак криперов нам хватит, стак криперов вообще. Вот, он начинает стрелять в них, лупить с нагрудника. Потому что крипер можно еще рукой бить, и... можно еще рукой бить, ну то есть мечом бить, и крипер не сможет подойти. Но очень интересный мод, так что уберем нагрудник, поставим гейм мод 1, поставим нормальный режим и посмотрим следующий рецепт. Следующий рецепт у нас шлем, с которым можно будет лазить по потолку. У меня был обзор такой модов, который добавляет этот шлем. Мод такой был, то есть обзор этому моду, но там был только шлемы и еще ботинки какие-то. В общем, у меня можете посмотреть. Следующий у меня идет чест плейт, то есть плейт ТНТ плейт. Что он делает? Вы, наверное, догадаетесь, что он делает, потому что если я его одену, все будут бояться, даже криперы. При нажатии буквы G английскую или P русскую у нас произойдет взрыв. Взрыв такой мощности. Но это я. Вот. И урон вам не наносится. Это очень хорошо, потому что... Ну... Криперов теперь бояться не стоит, а смысла играть в Майнкрафт нет. Потому что криперы — это фишка Майнкрафта. Шучу. Следующий у нас идет джетпак. Выглядит он вот так. Сейчас я его одену. Сначала покажу крафт. Ну, вот так можно поставить. Так. Сначала сделать надо будет джетпак мидл. Я не знаю, как переводится, но это типа двигателя или чего. Потом надо будет сделать две ракеты. Джекпак мидл делается при помощи 5 железных слитков и пороха. А ракета делается при помощи 2 железных слитков и 1 пороха. Выкладываем вот так, вот таким вот способом, по бокам две ракеты и джетпак мидл посередине. И получается у нас джетпак. Давайте-ка оденем и посмотрим, что он... Само название говорит за себя, так что нажмем просто пробел. Даже в креативе такая же фигня, но можно ноги поломать. Но ноги поломать нельзя. Вообще офигительный. Можно летать, так путешествовать. Но в чем минус этого? То, что он крафтится очень дешево, потому что вот железо добыть в первоначальном этапе — это очень легко. И то, что его заряжать никак чинить нельзя. Так, дальше у нас идет железные слитки, то есть идут у нас ботинки, которые с которыми можно прыгать, не с которыми можно прыгать, а на
при одежде на них вы высоко будете прыгать, как зайцы, как кролики, не знаю, как кто. Будете прыгать вообще, как лягушки. Только как-то, как будто джетпак у меня надет, у меня нет джетпака. Но вообще удобно прыгать так. И для этого нам придется добыть 3 пера и 3 железа, сделать одну пружину. А точнее, нам сделать надо 2 пружины, 4 железа и по внизу, то есть ложим эти пружины, у нас получаются эти ботинки. И вот их свойства я показал, так что удалим этот предмет. Здесь еще каких-то предметов нет. Это у нас нет обсидианового, то есть этого нагрудника обсидианового. Так. Который делается вообще очень легко, как обычный нагрудник. Вы же знаете, как делается обычный нагрудник. Просто за место вот этих слитков или там железа просто уложите обсидиан. Давайте я вам покажу, потому что вдруг вы не сможете это сделать, а я вам покажу. Так, давайте поставим верстак и сделаю этот нагрудник. Что-то у меня как-то я нажимаю. Вот у нас обсидиан плейт. Ничего не вылетает, это очень хорошо. Вот это обсидиан плейт. И можно его уже носить. Ну, он так выглядит, как обсидиан. Следующее, что у нас идет, то есть я не показал, вот эту вид брони, floor plate. Красивый вид брони, потому что у вас будет не броня, а цветки сзади. Ну, крафтится она. Я скину ссылку, где можно будет скачать, а крафтится она. Вы там посмотрите, как она крафтится, потому что вы должны этот мод скачать, он интересен, чтобы поприкалываться. Так, давайте удалим эти предметы, хотя можно вот так нажимать на этот. Следующее, не показал я hoverbots, что они делают. Hover. Что они делают, реально? А, hoverbots это боты, которые можно висеть на воздухе не более там нескольких секунд. Смотрите, вот я креатив сейчас уберу и поставлю мирный режим, чтобы меня никто не убил. Так, креатив убираем и нажимаем пробел. И вот вы можете стоять в воздухе. То есть вы когда падаете, ну у вас будет плащ. По-любому все сделают плащ, потому что ну, очень хорошая вещь. Так, на воздухе зависать. То есть зависаем мы по полной. Так, а дальше. Что я не показал? Double Jump Bots. Очень хорошие боты. Тоже посмотрите крафт. То, что распрыги делать можно теперь. Кто играл в CS, там можно распрыги делать. Вот так. Во-во-во. Double Jump. На спринте как будто. Ну, если бежать на спринте, все равно. Можно на месте прыгать. Вообще грамотно. Но высоко они не прыгают, а прыгают быстро. То есть скорость прыжка быстрая такая. Double Jump. Так, что я еще не показал? Pork Helmet. Pork Helmet это своеобразная такая прикольная вещь, которую сделал разработчик, чтобы поприкалываться над вами или добавить вкусняшку в этот мод. То есть берем свинину, делаем из нее броню, да, и ходим с свининым человеком. Так, делаем ботинки, посмотрим, как они выглядят на мне. Я буду свинья полная, потому что смотрите, я одену свинячую броню. Какой-то прикольный мод. Так, сейчас штаны сделаем. Так, и у нас что-то получилось. Какой-то человек, свино-человек. Ну, прикольно выглядит. Разработчик поприкалывался, наверное, так. А следующее, это уже из жареной свинины. Тоже такое же можно сделать. Сейчас я посмотрю. Так, здесь неправильно. Сколько он забирает, то есть сколько он сколько добавляет он брони, то есть ячейки. На ячейки обратите внимание сразу. Посмотрим, стоит ли делать свинячую броню или стоит съесть это. Так, тоже так же, только жареный. Но типа я продавец жареной свинины, я мясник, поняли, придурки. Ладно, извините. Так, давайте-ка посмотрим, как я обещал. Заполняет он не так уж и плохо. 6 единиц брони. Офигеть. Какая-то жареная броня заполняет 6 единиц брони. А, такая броня.
тоже 6 единиц, так что разницы нету. А съесть их можно? Сейчас посмотрим. Зря же я их сделал, чтобы не съесть. Нет, съесть их нельзя. Было бы по приколу, если у вас сломалась броня и вам нечего есть, и вы съели свою броню. Так что на этом все. Я бы хотел сказать вам спасибо, что вы меня смотрите. С вами был Еломанизм. Всем пока. Фок. Кенше.